Всем привет! Вы на канале «О обыкновенной жизни» на необыкновенных Филиппинах. И сегодняшнее видео для любителей отгадывать загадки природы. Очень интересные звуки доносятся вон из тех зарослей. Пошла прогуляться вот по такому окрестному тропическому лесу, недалеко от дома, где мы живем. Я услышала очень странные, громкие птичьи крики. Вот слышите? Я не знаю, как будто стая чаек или каких-то птенцов гомонит вовсю. Конечно, хотелось бы пройти посмотреть, что там, но здесь вот такая вот субстанция, в общем-то, не для походов. Вот это вот побеги мангрового леса тут прорастают. Тут такая болотистая, сырая местность, туда лучше не ходить, можно провалиться. Вон там вот, кроме деревьев, порхают какие-то маленькие птички. Может быть, в этих птичках есть ответ на мой вопрос, кто там громко гомонит внутри. Вот я подошла поближе к кроне этого дерева. Здесь птички щебечут потише у меня над головой. Но если присмотреться, можно их увидеть вон на качающихся ветвях. Какие-то маленькие птички. Ну а что за шум вот там он внутри, мне бы очень хотелось узнать. Попробую пройти другим путем. Вот здесь, смотрите, норы земельных крабов. Они ушли с самой дороги вон оттуда, потому что там, видать, беспокойно для них. А вот здесь их целый клондайк. Посмотрите. Как будто иная планета. Здесь вот такие вот, ого, нора. Кто-кто в норе живет? Кто-кто? Земельный краб. Про них я уже рассказывала в своих видео. Во, а вот здесь... Фу, мушки. Фу. А вот здесь вот нора дом. Здесь вот такие вот страшные колючки. Если попадет в ногу, мало не покажется. Не знаю, в общем, наверное, не смогу дальше пройти. И колючки вот здесь. Ну вот гомон. Вот все ближе и ближе. Слышите? В общем, там я не прошла. Там какие-то мушки на меня напали. Прям в лицо и в глаза, и в нос лезут. Фу, ой, кыш-кыш. Ой. Вдруг там еще и пауки какие-то. Я не пойду туда. Козы пасутся. А воды-то нету у них. Обойдем коз. Ой-ой-ой, пойдем отсюда. Агрессивная коза. Здесь чьи-то водяные трубы. Сырость. Проросший кокос. Да-да, вот именно так и рождаются кокосовые пальмы. Кокосы старые прорастают, их садят в грунт, в землю, и вырастает новая пальма. Так, и вот эти самые птичьи крики вот здесь, в зарослях. Что же это такое? Ну, к сожалению, дальше мне тоже не пройти и с этой стороны, потому что здесь настоящее болото. Можно, по-моему, если присмотреться, в ветвях можно заметить порхающих птиц. Может, перелет у них какой. В общем, вот из этих деревьев и доносится этот птичий гомон. Максимум, что я могу, это вот так вот приблизить камеру и
провести по кронам деревьев. Какая-то тропическая живность, очень громкая, очень шумная. Будем надеяться, в следующий раз я смогу подобраться поближе и разгадать эту загадку. Кто издает такой пронзительный гомон в кронах тропических деревьев? Тропики таят в себе загадки, на которые и не сразу найдешь ответ. А как вы думаете, кто скрывался в кронах деревьев? Напишите свои ответы в комментариях. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И встретимся на настоящих Филиппинах!